Всем привет! Вы на канале «Лучшие товары с AliExpress». И сегодня я подготовил для вас подборку полезных товаров для вашего авто. Все ссылки вы, как обычно, найдете под видео в описании. Там же мы оставили ссылку на наш телеграм-канал. Будем рады, если вы напишите в комментариях, что бы вы купили из сегодняшней подборки. Ну а также заранее благодарны за лайк и подписку. Открывает нашу подборку контроллер стоп-сигнала. На некоторых автомобилях при резком торможении загорается мигающий стоп-сигнал. Это значительно повышает бдительность водителей, едущих сзади, и помогает избежать столкновения. Данный контроллер позволит получить такой же мигающий сигнал на вашем автомобиле. Его необходимо подсоединить в разрыв цепи питания стоп-огней, и он начнет работать. Во время нажатия педали тормоза лампы светятся в определенном мигающем алгоритме. Происходит 5 быстрых сигналов и 3 более медленных в течение нескольких секунд. Затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Кстати, в ТикТоке под нашим роликом на эту тему разгорелись нешуточные споры. Кто-то говорит, что это запрещено, а кто-то говорит о том, что это будет полезно. Напишите, пожалуйста, комментарий, как вы считаете. Ну а стоят такие контроллеры 130 рублей. Светодиодная лампа. Подобрать лампу можно на любой цоколь. H4, H7, H8, H11 и другие. Светодиодная лампа выполнена в алюминиевом корпусе, тыльная часть которого является радиатором. Здесь можно увидеть вентилятор, под которым находится плата с драйвером. Лампа оборудована 2 светодиодами. По характеристикам это мощность 45 Вт. Световой поток одного светодиода составляет 7500 люмен. Цветовая температура 6000 кельвинов. Напряжение питания от 11 до 30 вольт постоянного тока. Степень защиты IP68. В общем, по факту имеем хорошее освещение непосредственно перед машиной и на дальнем расстоянии, а также отчетливые светотеневые границы. Цены на такие лампы в проверенном магазине на AliExpress начинаются от 600 рублей. Тестер для проверки искры зажигания. Универсальный высоковольтный разрядник-тестер для оценки качества генерируемой искры зажигания. Тестер является имитацией работы свечи зажигания и подсоединяется между высоковольтным проводом и массой автомобиля. А внутри корпуса находится световой индикатор, который показывает наличие искры в цепи. Такой прибор безопасен в использовании, так как его изолированный корпус предотвращает пропускание тока во время работы. Применение пробника не требует от пользователя каких-либо специальных знаний или умений, поэтому его можно использовать не только автомехаником-профессионалом, но и обычным водителем. Стоит такой тестер от 300 рублей. Аккумуляторный беспроводной насос. По внешнему виду беспроводной насос похож на недорогой шуруповерт и включается так же, как шуруповерт, нажатием на курок. В приборе есть 2 светодиода в качестве подсветки и дисплей, который включается по нажатию курка, либо кнопок. Всего рядом с дисплеем 3 кнопки. R – это единицы измерения, а плюс и минус предназначены для предустановок целевого давления. По превышении установленной цифры насос отключается сам. Можно проверять и подкачивать шины по необходимости в любое время. Достал, подключил, подкачал. Процесс занимает минимум времени. Полное накачивание одного колеса занимает около 4,5 минут. Цена начинается от 1000 рублей, ну а на сайте очень много различных вариантов аккумуляторных беспроводных насосов. Автомобильные клипсы. Это отдельные запчасти, которые помогают прикрепить различные предметы и аксессуары к машине. С их помощью, к примеру, можно закрепить бампер, брызговики и другие облицовочные элементы кузова и салона автомобиля. Клипсы надежно фиксируют детали и не допустят появления скрипов и других посторонних звуков при движении. Набор состоит из 18 видов заклепок, общее количество которых составляют 415 штук. Клипсы продаются в пластиковом боксе с ячейками под каждый вид крепежа. Также можно с этим набором заказать еще резиновые прокладки, хомута клипсы и инструмент для демонтажа, а именно набор пластиковых лопаток для съема элементов приборной панели, обивки дверных карт и других элементов. Такой набор обойдется вам 830 рублей. Гаечный ключ с трещоткой. Это комбинированный ключ рожковый и накидной. Обычно трещотка расположена на накидных ключах, но в этом случае все наоборот. Трещоткой оснащен рожковый ключ.
Как известно, не всегда есть возможность накинуть на гайку накидной ключ, тем более при ремонте авто. Вот тут и пригодится рожковый ключ с трещоткой. Ну а о том, как удобно работать с трещоткой, я думаю, вам не нужно рассказывать. В наличии есть ключи 9 размеров, от 8 до 17. Стоит такой ключ 770 рублей. Зарядка в автомобиль. Беспроводное автомобильное зарядное устройство и держатель для телефона имеет все необходимые свойства для удобства зарядки ваших гаджетов в пути. Благодаря системе адаптивности подходит для большинства моделей смартфонов. Достаточно поставить ваше мобильное устройство на зарядную панель, и заряд начнется автоматически. Еще девайс оснащен автоматическим электронным зажимом телефона, который работает на основе инфракрасного датчика. При поднесении телефона зажим автоматически открывается и надежно фиксирует телефон в держателе, а также автоматически разжимается, когда вы берете телефон в руку. Корпус устройства выполнен из безопасных материалов высшего качества. Он устойчив к царапинам, и стиранию, и выцветанию, а также имеет приятную на ощупь фактуру поверхности. На AliExpress представлен большой выбор таких зарядок, и цены начинаются от 1000 рублей. Гибкие дневные ходовые огни с поворотником. Представляют собой две гибкие ленты длиной по 45 сантиметров. Каждая лента состоит из качественного полимерного материала, который полностью изолирует диоды внутри. Отдельным и ключевым преимуществом можно считать уникальность использования модели, ведь лента, благодаря небольшой толщине и гибкости, может быть установлена не только внутри фары, а и снаружи, а также в пространственный зазор между фарой и капотом. Провода, отвечающие за белое свечение, чаще всего подключают на габариты, ходовые огни или ближний свет. Питание желтого режима свечения подключается от поворотников. В обычном режиме диоды светят как ходовые огни ярким белым светом, а при включении поворотника работают в режиме бегущего поворотника желтым цветом свечения. Ну и несомненным плюсом данных ходовых огней является возможность их обрезки до нужной длины, без потери их работоспособности. Для этого достаточно отрезать лишнюю часть от свободного конца. Ну а цена на такие ленты начинается от 500 рублей. Сигнал открытой двери. Во время вынужденной остановки очень важно предупредить других автомобилистов или пешеходов об открытой двери автомобиля во избежание столкновения в темное время суток. Подобный небольшой апгрейд вашей машины строго необходим. Данное устройство состоит из блока с светодиодами и магнита. На торце двери приклеивается сигнальное устройство, а на кузов напротив него магнит, таким образом, чтобы расстояние между ними было минимальным. Когда магнит находится рядом, то сигнал не горит, но при открытии двери расстояние между светоизлучателем и магнитом увеличивается, срабатывает датчик, и светодиоды включаются. В устройстве есть встроенная функция экономии энергии, которая отключает диод после 110 секунд использования и возобновляется работа по сигналу датчика. Гаджет работает от батарейки, которая, к сожалению, не входит в комплект. Ну а цена 106 рублей. Отпугиватель грызунов. Если оставить автомобиль в гараже на срок больше 2 недель, то грызуны могут устроить в нем гнездо. Чтобы натаскать теплой подстилки для крысят, крыса моментально сгрызет обивку сидений. Еще они очень любят грызть изоляцию, что является причиной коротких замыканий. Ультразвуковой отпугиватель грызунов – это самая надежная защита автомобиля и гаража от крыс и мышей. Он издает звуковые волны в диапазоне от 12 до 25 кГц, которые не слышны человеческому уху. Но для грызунов данный звук непереносим. К тому же конструкция отпугивателя такова, что он воспроизводит меняющиеся и непостоянные звуковые сигналы, что не дает грызунам привыкнуть к нему и продолжать свои вредительские действия. Устанавливается устройство под капотом и питается от аккумулятора, а стоит всего 500 рублей. Ну что ж, на этом пока все, но мы уже готовим следующую подборку. Ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а мы, как обычно, желаем вам удачных покупок на AliExpress. Ну а также будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях. Всем пока!